Здравствуйте, я писатель Салават Вахитов. Не без помощи добрых людей я принимаюсь за YouTube-канал. Что из этого получится, еще смутно представляю, впрочем, как и любую книгу, которую задумываю. В идеале это будет журнал, примерно такой, в котором я сейчас работаю, но в видеоформате. Нельзя сказать, что в процессе работы концепция меняется каждый день. Нет, она, увы, меняется каждый час. Первая тема, за которую я берусь, это писатели и предприниматели. Почему? Во-первых, я считаю, что они очень похожи, и те творческие люди. А во-вторых, как всякий писатель, ищу героя нашего времени. Мне кажется, что такой герой сегодня – это человек, который с нуля создает свой собственный мир. Заметьте, не стремится изменить его в лучшую сторону, как это было в 18, 19 и даже 20 столетиях, а создает его подобно творцу из собственных предпочтений. Создает мир, в котором уютно жить ему самому, семье, друзьям, близким и совсем незнакомым людям. Этот человек с новым мышлением. Первые ролики, увы, далеки от совершенства, но мы постарались наполнить их нашей энергией. Смотрите, подзаряжайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ваша поддержка, ох, как нужна!